Ja, da hun ens. Reverend Theophania Mother, Reverend Priest, Deacons, and faithful Asnav here. We are really blessed by attending this service because first time we are attending the feast of Mother Uttarana, Saint Uttarana, and really this is a joyful occasion for us. And along with me, Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший митрополит Каширский Феогност, досточтимая матушка игуменья Феофания, позвольте мне поприветствовать сегодня также всех вас и поздравить всех верующих, клириков, прихожан и трудящихся с этим великим праздником, Днем памяти Святой Блаженной Матроны Московской. We are thankful to His Holiness the Patriarch Kirill of Moscow and all Russia, and also the hospitality we received from this convent. So we are thankful to Mother Theophania also. Мы благодарны за то и имеем большую радость, что впервые в истории наших двусторонних отношений наша делегация Маланкарской церкви Индии имела возможность присутствовать и разделить с вами радость Дня памяти Святой Блаженной Матроны Московской. И за это мы благодарны Его Святейшеству, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за такое приглашение. Но и в особенности благодарны досточтимой матушке и сестрам этой обители за то гостеприимство, которым мы были окружены на протяжении этих дней. Russian Orthodox Church is a blessed church due to martyrs and rich tradition of liturgy and several monasteries, monks and faithful like you all. Ваша церковь, Русская Православная Церковь, поистине является великой церковью, которая освящена и прославляется здесь благодаря сонмам мучеников, которые некогда пострадали за свою веру, ну а также за ту богатейшую монашескую традицию, на которую мы с великой радостью и почтением наблюдаем из нашей страны, ну а также и эта церковь велика благодаря всем вам, дорогие прихожане, которые собираются таким множеством в этот святой день. On behalf of His Holiness Martha Mother, the Catholics of Malankara Church, I extend all wishes, blessings to you all. Позвольте мне от имени нашего предстоятеля Маланкарской церкви Индии поприветствовать в этот святой день всех вас от имени святейшего католикоса Василия Марфомы Матфея III, предстоятеля нашей церкви. Thank you. Большое вам спасибо.